Дальше. Ну, что-то Михалыч вырвался в пространство в качи. Что-то здесь интересно происходит. 7 отпустили. И 8 ручку заменили. 9. И 10 возвратный поворот. И 1. Пробуем под музыку. Я думаю, что у нас сейчас получится. Реально крутые, прикольные велики. Стоит только дорого. 63 косаря. О, мне вот этот велик нравится. Да, вообще да, супер. И мадам ходит. Странные все. Здравствуйте. Как дела? Что у вас за аппаратура такая? Прекрасно. Вы блок ведете, да? А? Блок ведете? Нет, это вы блок ведете, а я профессионально этим занимаюсь. Да. Видно сразу лузера, да? Который пробует. Да, не, я шучу. Да? Ну вот так вот нас это колят, как орешки. Так, где наши? А, пойду туда. Очечки какие-то. Видно, ультрамодные, тоже там. Серия по 5, наверное, здесь. Что здесь вообще происходит? Марина, ну вот куда ты нас привезла? Не знаю, вот сама смотрю. Что за движуха? Что за движуха? Да. Давай кофе. Кофе хоть нормально. Возможно, на халяву. Сейчас узнаем. Здравствуйте. У вас кофе по прайсу или просто так, за красивые глаза? Желательно по прайсу. Ну, со скидкой, да? Договоримся? Давай, со скидкой, все. Я напишу прямо в блоге, что ты мне сделала скидку. И к тебе придет еще это, полтора человека. Сзади. Да, сзади, за мной кто-то там. Не, им можно без скидки делать. Я поняла. Какой кофе сделать? Давай латте сделаем. Или капучино. Что вы можете сказать? Латте более молочный, капучино более кофейный. Вот, давай вот. Ладно. Маленький, большой? Давай средний. Среднего нет. Либо вот так, либо вот так. Нет, давай вот такой вот. Вот такой, один? Да, такой, один. С надписью будет. Слушай, расскажи, а что здесь вообще происходит? Я просто пришел, просто приходил. Это вот лучше у организаторов, они а все разные. А какой у нас организатор? Он такой в кавайке зеленый ходит и с характерной стрижкой. Лища-то можно ему? Дима зовут. Лища можно ему? Можно, конечно, но последствия будут, я думаю. У него охрана есть, да? Поэтому он сам себя неплохо охранит. А, да? Слушай, я так нормально бегаю просто. В день по 12 километров, так что это... Я смогу убежать, только честно? Отниму. Смотри, с какой скоростью. Не, ну нормально, что так. Час 44, 21 километр уходит. Не, серьезно? Круто. Спасибо. Вот хоть кто-то, вот и один единственный человек здесь во всем вот этом пространстве сказал вот это мне. Вот реально, спасибо тебе большое, огромное. А что стоит такое? Чего? Кофе. 4 рубля, нормально? Вообще ништяк. Вообще. Ты бы знала, сколько мы сейчас пили кофе, за какие деньги? 100 рублей вообще реально. Ходили только что в ресторан Коко. Знаешь такое? Коко? Коко? Нет, да, знаю. Знаешь, там вроде говорят, шнур. Жень, да, который? Да, шнур там владеет им. Да, знаю. Блин, деньги валятся, сыпятся. Так вот, короче, там кофе попить, там 350 рублей. Видишь, я у тебя как бы это, ну, прошу скидку. Ну, чтобы хоть как-то выровнять, просто тут 350, там 100, там. Так более-менее ровно. А ты что, шаверму делаешь? Обалдеть. Да, я сама. Тебе не жарко? Нормально? А, Коша? Молодец. Ладно, пойду дальше там. Возможно, после этого меня вообще выгонят из дома. Ну, вот надо специально с девчонками поставить такими красивыми. Что, вы хотели поцеловать меня? Нельзя, я замуж. Ой, фу, жена. Я хотела вас угостить в Сигермастер, но вы, наверное, за рулем. Да, я за рулем. Но я не напьюсь, наверное. Можно чуть-чуть. Да? А что стоит? Сейчас попробуем. Я вообще нашел здесь местечко, где самые красивые девчонки вот именно вот в этом уголке находятся. Так, это можно было поставить, да? Так, а что это такое? Мне расскажите, пожалуйста. Это уникальный немецкий самобытный напиток Гельмайстер. 35 градусов алкоголя, и у меня 35 градусов. Я же не доеду. Да, доедете. Нет, до Соснового Бора я ходил. 56 компонентов. Находят разные травы, корень, но половина с ингредиентов для этого секрета. Слушай, на потенцию вообще было? Все будет хорошо, точно.
купить. А как это купить? Это что, вы, кстати, можете прорекламировать сейчас? Купить можно сегодня здесь, в любых магазинах, продается в любых барах. Больших, ну, везде, да. Больших количеств, да, разных? Я понял. Я вот пробую. Вкусненькие, холодненькие. Да, написать все можно, если охлажденным и определенной температуре. Так, а сколько стоит это? Бутылка в магазине стоит 1800, в баре. В баре, я думаю, что рублей 250, но и сегодня бесплатная дегустация. Почему 250? Потому что акция, да, сегодня помогает? Ну, в смысле, не дешевле. Ну, у него такая цена 250. А это 1800? Ну, нет, бутылка. Бутылка 1800, в баре бутылка будет 3500. А, 3500, мне послушало 250. Хорошо, а тебе 250 стоит. Хорошо, тебе 250. А почему такие будут квадратные штучки? Такие вот пробирки у нас. Эти пробирки можно с собой забирать? Ну да, если хотите, можете взять с собой. Ой, ну как, на память о тебе, что? Да. Из своих вот. А вы не продаете? А что это за вообще? Это специальная аппарат, которая обладает этой мастер, там нужны температурные попадающие. Нужно обязательно две бутылки? Нет, можно три бутылки. А, то есть это как бы один и тот же, да? Да, да. А, чтобы было бесперебойное попадающее? Да. То есть в барах, в Питере практически у вас есть машина. Ты реально очень много знаешь, рассказываешь, ну реально интересно. Где-нибудь дегустируешь, так не рассказываю, серьезно. Спасибо. 56 грамм, да? Я вышел. Самое главное вопрос. Как зовут-то? Передай привет. Ксюша. Чек, снимешь, что ли? Ладно, я сам снимаю. Спасибо тебе, Ксюша. Пожалуйста. Не волнуйся. Все будет хорошо. Бородач ТВ. На YouTube. Чуть попозже выложу. Пошел дальше двигаться. О, чувствую, захмелело я. Придется это кому-то передать управление автомобилем. Может, я кофе запью, будет нормально, не знаю. Двигаемся дальше. Кирпичевская вообще. Только что я прошел Эльфову башню. Живую. Эй, девчонки, я уже тут немножко коктейль попробовал. Вон там. У меня стакан. Нет. Нет, в руке. Вот в руке. А сейчас нет. Ну ладно, хорошо. Вот. Вы пробовали? Я уже пробовал, так что вы за рулем. На 35 градусов. Так, подождите, кто за рулем? Что делаешь? Только это, подожди, стопки не выкидывайте. Прикольно, вот там зацепил. Давайте поаплодируем нашу барышню сегодня. Можете передать привет. Они сподвигли свои варианты выучить два движения из рукояти Джайва, которые, на мой взгляд, получились. Спасибо. Очень здорово. Пожалуйста, приходите завтра. Завтра у нас тоже будет мастер-класс от школы Москва и Сюкреблс. И, конечно, очень много всего интересного в программе фестиваля «Сайкл Билет 2017». Спасибо вам большое. Я с вами прощаюсь. А что за аппаратура такая серьезная? Спасибо, Кирилл, спасибо, школа Москва, Сыроградов! Молодцы, все молодцы, друзья мои! Это значит невероятное количество людей, которые смотрят, Не, ну слушай, аппаратура просто серьезная, я бы, знаешь, встал бы так. Итак, друзья мои, я обращаюсь к парням, к нашим замечательным парням, которые пришли аппаратура серьезная просто. На наш фестиваль. Продолжается. Последний шанс. Буквально 2 минуты осталось, чтобы записаться, успеть записаться на конкурс вместе с вами публикой. Привет. А ты чего продаешь? Это ты громче только говорил. У вас проходит рекламная акция. Не только свадебная коллекция.
Слушай, я женатый уже. Мне не подойдет, да? Летняя круизная. Как какая? Летняя круизная коллекция. Летняя круизная, это как понять? Тут мне надо придется. Подожди. Получается, если я куплю у тебя. Не в круизе подарить. Я должен еще и круиз оплатить. Правильно я понимаю? Да. Вы, наверное, еще и круизы продаете? Нет, пока. Нет? Ну, а из чего это? Что это такое? Хрусталь, чистое серебро. Угу. Что за компания? Российская или импортная? Агентский хрусталь. Санкт-Петербург. А, Санкт-Петербург, да. Так. Ну, ты рассказывал. Вот, ты, я тебе как менеджер тебе по продаже тебе говорю. Надо, ну, не хотел чуть сказать, ну, там, впаривать, но так нельзя говорить, как бы. Да. Презентовать надо, правильно? Презентовать. Да, рассказывай. Вот там девчонки, они вот продают алкоголь, конечно, да, но очень так, знаешь, вот интересно рассказывать, вот хочется прямо взять. Давай, расскажи мне что-нибудь. Почему я должен вот это взять? Или у вас это не продается? Нет, у нас на самом деле... Если вы хотите сделать подарок любимым, то вы можете остановиться на этом прекрасном выборе, если вам понравилось. Слушай, еще такой вопросик, вот просто вот здесь перо, да? Вот все видят. Здесь перо. Да. Перо, да? Скажи мне, пожалуйста, зачем перо? То есть это когда там, ну, подарил подарок, там, да, связал и потом мучать, да? Как-то, да? Нет, для утех, для сексуальных утех, если что. Так. Доставку вы можете осуществить, сделать подарок, поехать в отпуск, заказать нашей компании доставку, и компания доставит вам прямо. Да? Ну ты мне бумажку дашь, вот эту, которая там с рекламой. А мне одну надо. Да нет, давай лучше одну. Да, я там с собой есть еще люди, я им просто покажу, зачем да много рассказываю. Вот, спасибо тебе. Спасибо.